Здравствуйте, друзья, на канале. Сегодня был такой небольшой шопинг, и сейчас я вам покажу, что быстренько, потому что кое-что нужно уже убрать в холодильник. Так, первое, что я показываю, это мука. Такой вот большой мука. Так, эту муку я взяла или нет? Ну, вроде бы да. Да, такая мука. Надо делать много. Дальше у меня мороженое. Приходит лето. Вот, и у меня мороженое просто вот быстро-быстро. Нужно. Так, яйцо. Вот так, яйцо я взяла. Так, взяла здесь масло. И взяла овощи сейчас мне на обед. Вот такие. Это взяла. И взяла вот это. Сейчас у меня буквально это все пойдет в обед. Так, это у меня в Walmart'е. И что у меня в русском магазине я еще взяла? Вот лук. Лук я взяла. Что у меня здесь? Чеснок. Что здесь у меня еще? Чего? Лимоны. Лимонную воду делать. Так. О, еле-еле. Как я искала чай зеленый. Это что-то невероятное. Вот нашла зеленый чай. Где-то там в самом уголке, в самом низу. И вообще непонятно, где и как. В общем, еле-еле увидела. Еще ходила, искала соль. Ну и потом в русском магазине вот такие вот журналы выпускаются. Разные рекламные. Давно не брала. Взяла просто журналы. Так, что у меня здесь? А, гречка. Взял. Вот так, пакет гречки я взял. Так, что у меня здесь? Здесь ничего, здесь все. Ну и все. Вот то немногое, которое я сегодня приобрела. А еще? Нет, это еще не все. Так, дальше взяла вот такие вот мешочки на зипе. Холодильник. Вот оно написано. Фрозер. Для холодильника. Взяла зубную пасту такую. Они все со фтором. Это кошмар просто. Ничего нету без фтора. Так, взяла два пакета сахара. Ничего не важно. Я с собой брала. В холодильнике немножечко холодненько. Вот так, два пакета сахара. Так, взяла салат. Ну, капусту такую. И взяла помидоры. Ой. Вот такие помидоры. Так, ну что, а теперь уже все. Теперь все. Все мои покупки закончились. Устала, солнце, и очень сильно и устаешь от дороги. Ну, вот так. Это все, что я сегодня купила. Сейчас нужно быстренько кое-что в холодильник и сделать обед. Потому что обеда у меня совершенно нет. Ну, вот надо что-то пообедать. Гречку. Овощи. Ну вот, вот так. А впереди у меня готовка. Это у меня вареники, это у меня оладьи, это мне нужно сделать арбуз засолить, капусточку засолить. Да, кстати, я сегодня не нашла соль в русском магазине. Это вообще обалдеть можно было. Ну, ладно. Понравился вам мой обзорчик? Ставьте лайки, подписывайтесь.
Мороженое обязательно нужно мне в холодильник. Сейчас быстренько, быстренько, быстренько. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.